То, что манифест президента Назарбаева получил статус официального документа ООН, еще раз демонстрирует важность инициатив главы нашего государства для всего мира. Об этом в интервью нашему каналу заявил профессор Евразийского института социального развития при Государственном совете КНР Вэн Джианку. Неуклонно придерживаясь своей позиции в этом вопросе, Казахстан продолжает предпринимать важные шаги. Международное сообщество воспринимает предложение президента Казахстана как наиболее оптимальное, отметил профессор. Я своими глазами видел происходившее в 1986 году в Чернобыле, сколько людей пострадали в результате этой аварии. Вопрос ядерной безопасности является актуальным для любой страны. Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева последовательно вносит свой вклад в дело мира во всем мире. Реализация важных предложений президента РК в рамках программ ООН доказывает важность вопросов, поднимаемых Назарбаевым. В свою очередь, я хочу сказать, что представители китайской интеллигенции поддерживают инициативы руководителя Казахстана.